одна палочка. Подробно. Начало. Ты готов, Пашуня? Пашуня! Всегда готов. А он с камеры, понял, уходит, шифруется, чтобы его не снимали. А что там мы потерялись? Ром! Ром! Это наш потеряшка едет. Он потерялся немножко, но ничего. Итак, что, сегодня у нас праздничек будет, уже Вова у нас куховарит. Смотрите. И так потихонечку мы будем праздновать. Пашка, как всегда, сигареты. Что, раскладываемся, разбираемся. Поршика только нету, как в том году. И Лексуса нету белого. Ой, черного, белый. Ну ничего. И все пределы, блядь. Один пиво пьет, второй пьет, третий пьет. Этот кальян распаливает, этот плов варит. Эти привязывают. Тентик наш, этот держит. Вот видите, все пределы. Никто не сидит просто без работы. Я всем найду работу. Ну и как всегда я. Опять я, опять с камерой. И ты пьешь пепси тоже при деле. Малолетка. Вон Юлька что-то чистит, сидит. Юль! Юль! Короче, как-то так. Эх, шарик, я как и ты был на любви. Шарик, рубал хозяйский ходи. Ветер закончился, да? Ну, будем гонять, а что делать? Если у вас не такой плов на открытие охоты, нас можете даже не звать. Красота! Ой, красиво как! Пловчик! Рома! Давай! Первый пошел. Ножками дрык-дрык-дрык. Рома, кулечки не заканчиваются, там все нормально. Была бы тара. А может помешаем? Сы. Ах, красота. Слушай, может одну в речку отпустим, может разведутся. Вова мешает, а ты сы. Как они, блядь, я же говорю. Жалко, что такие мы ж люди. Володя, что-то не там не стихает. Все там нормально. Тогда ой, это, а ладно. Укроп. Пока хватит. По-моему, да. Хватит все. Что, сюда хватит, да? Да. Так мало. Можно еще одного. Ну тут 10 килограмм ты высыпал, Ром. Давай добавим. Да не надо, Ром. Не, давай, то вторым хватит, разом, то вторым заходом. Пару раз было, а то из-за одного потом мучаться. Отсюда нужно... Небольшой автопарк. Это у нас в этом году 7 августа. Открытие охоты. О, пацаны уже палаточки даже поставили для ночевочки. Ну, кто хочет приехать, тот может приехать даже на БМВ. На легковой. Вот дебильная. Вот ты же ж дебилоид. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, там девять. 10, 11, 12, 13, 14, и прадик уехал. 15 машин. Людей немного. Человек 40, наверное. Плюс-минус. Я думаю, плюс. Такой лужок. Такой юрец. Красавчик. Ждем. Время у нас 16:40. Еще час 20 и в бой.
Природа, конечно, у нас тут шикарное место. Нереально красиво. Красота! Опа! Вот оно, шедевр! Ай, какой красивый у нас плов. 40 литров, да, Вовочка? Да. Супер. Казан 40-литровый. А ну, ложечкой, черпани чуть-чуть, черпани, чтоб я смотрел. Ух. Вот это, да, насыпаем. Запах. Ай. Бомба. И даже не зовите нас, если нет у вас такого плова. Мясо разваливается. Мясо нереальное. Ладно, я тоже. А голоеды позбегались с тарелочками. Гляньте, гляньте. Ай, сука, голодающие. Вова, гони их отсюда, Вова. Всех есть? А ты Вова. Опять ты? И опять с камерой? Нереально. Моя машина? Моя машина приехала. Ну, как-то так. Юля! Стас! Какого? Мяско. Вов, улыбнись, пожалуйста. Вов, сюда посмотри. Ох ты наш куховарчик. Красота. Чтобы заснять охотников, как мы вышли с болота. Покажите утку кто-нибудь, парни. Хоть одну. Ну хоть что-то. Кроме меня. Что-то я не вижу. Где вы были, чем вы занимались? Ребятки. Ну вот так, это я. Все остальные типа алкашей. Этот даже без ружья ходил. Погнали, да? Что будет, что будет? Да? Блядь.